Я сидел в кафе. А время что? Это было где-то около, ну, примерно 20, может быть, 00, где-то 19:50. После этого приехала Ксения Собчак. Тоже поднялась на второй этаж, села возле меня. Они сидели где-то примерно минут, наверное, 40. Потом подошел Богомолов, режиссер. Я его сразу узнал. Вот. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине сидеть с телохранителями. Он сидел, о чем-то разговаривал на том же месте, где и я, только соседняя. После этого уже я увидел, как заходит Виторган в кафе. Он подошел к охраннику и попросил что-то. Охранник ему что-то сказал, я не понял слова ихние. И они вместе пошли за Богомолом. Поднялись, он попросил выйти. Он вправо не хотел выходить, потом говорит там, типа, ты мужик или не мужик. Ну, он вышел, ну и я за ними пошел, вышел на улицу, увидел, что Богомолов и Виторган начали удаляться в сторону за кафе. После этого охранник выбежал и телохранители. Я не знаю, я не видел, как его били, но увидел, что уже возвращался он, нос весь в крови. Охранник его забрал в кафе и попросил как бы Богомолов вызвать скорую помощь. Вот. После этого я стоял уже в машине, сидел. Я стоял, смотрел, приехала скорая, я зашел в машину. После этого я вернулся в кафе. Там у меня друзья остались. Сидел с ними, разговаривал. Неожиданно Собчак и Богомолов, они сидели вместе, она его успокаивала. Говорила, что все будет хорошо, наверное, я не знаю точно. Ну, просто видно было, как она успокаивала его. Из-за этого, как бы, наверное, случая, получается, приехал еще раз Виторган. Он после этого уехал и вернулся. И ждал их, пока не выйдут. Вот. Я увидел, что охрана уже начала беспокоиться, телохранители ихние. Они тоже увидели, что Виторган приехал. Получилось так, что Виторган зашел опять в кафе. Они только выходить начали. Собчак заступилась за него. Вот. И телохранители уже закрыли их. И опять вернулись они, пока не выходили. Ну и, в принципе, на том кончилось, что он уехал, а они сели спокойно в машину и уехали, как бы. Вот что человеку. Его человек слил информацию, что он здесь. Обычный треугольник любовный. Бежала в машину сразу же. Она когда узнала, что он сюда подъехал, она сразу убежала. Ей, походу, наверное, сказали либо менеджер, либо охрана, я не знаю. Я сидел, просто видел это все.